Здравствуйте, дорогие друзья, гости, ну и, конечно же, подписчики моего канала. С вами Нестягин Олег. Сегодня, как обычно, о необычном. Сегодня мы рассмотрим по Google карте самые необычные и странные места. А начать я хочу с просмотра с новой земли. Давайте покажу вам, что я тут интересного увидел. Вот, к примеру, меточка под названием «Странное НЛО». Ну, это только название. А что это на самом деле? Давайте попытаемся разобраться. Вот смотрите. Три каких-то странных объекта. Я сначала подумал то, что это какие-то летающие шары, которые отбрасывают тень. Но поразмыслив, увидел то, что тени немного в разные стороны. Так что гипотеза с летающими шарами у меня отпала. Далее я подумал, может быть, это небольшие озера, а рядом с ними какие-то кучи, может быть. Вполне возможно. Не знаю, дорогие друзья, что это за объекты такие странные. Пишите также свое мнение в комментариях, что это может быть. Рядом с этими тремя объектами что-то похожее. Вот еще одни, также круглые, и что-то отбрасывают наподобие тени. Размером такие вот объекты в среднем по 11 метров. Так, ну а мы давайте закончим с этими объектами. Посмотрим, что я еще интересного увидел по Google карте. Так, а для этого давайте мы посмотрим Африку. И начнем с самой южной части. Так, а рассмотрим мы сначала подводную часть. Вот, к примеру, вот в этом месте обнаружил странный ров. И ров, знаете, не маленького размера. Вот здесь по 3D рельефу это отчетливо видно, то что это ров. Размером, шириной в среднем 2 километра. А длиной этот ров 43 километра. Вот такие вот размеры у этого рва. Если дальше проследить, мы увидим и продолжение этого гигантского рва. Но здесь, как видите, он уже поглубже. И здесь в среднем 1702 километра. А длина этой части 76 километров и небольшой кусочек 13,5. Вот такие вот странные рвы в этом месте. Ну а мы давайте глянем, что тут еще интересного можно увидеть. Так, приготовил я вам интересные места, которые находятся вдоль берега. Так, вот здесь вот интересный островок. Полностью песчаный. Посмотрите, как с высоты он выглядит. Это один голимый песок. И вот на берегу этого островка вот такие вот полузасыпанные здания. И знаете, здание очень интересно выглядит. Вот такие вот замки. Не правда ли интересно выглядит? Зачем на этом острове такие вот интересные строения? Тем более, как видите, практически все они засыпаны песком. Если немножко дальше посмотреть, мы увидим взлетную полосу и уже более-менее современные здания. Но они также, по моим ощущениям, что они заброшены. Взлетная полоса искривилась. Вот такие вот странные здания на этом острове. Островок сам по себе также очень интересно выглядит. Вот здесь можно по фотографиям проследить, как путешественники продвигались вдоль берега. Фотографий огромное количество.
Сам берег называется «Берег скелетов». Я вам уже неоднократно показывал и рассказывал то, что в этом месте, как подводные течения, ураганы, ветра, ну и многие факторы выкидывают корабли на берег. А далее те, кто спасся, умирают долгой и мучительной смертью от жажды. Поэтому и дали название этому берегу «Берег скелетов». С одной стороны соленый океан, а с другой безбрежные пески. И просто гигантское количество выброшенных на берег вот таких вот как больших кораблей, так и маленьких корабликов. Как древних можно встретить, так и современные лайнеры. Дальше я вам покажу. Очень много вот таких вот выброшенных кораблей на берег. Вот, к примеру, еще один. Как видим, это рыболовный кораблик. Странный объект какой-то обнаружил в форме летающей тарелки. Вот посмотрите, как он выглядит. Если полистать исторические снимки, 2003 год. Также мы их видим. 2011 год. Еще попрошу заметить, рядом с этими круглыми объектами какие-то столбы. Может быть, конечно, линия электропередач. 2012 год. 13 год. Вот 16 год. Рядом с этими круглыми объектами появилось какое-то квадратное здание. Как вы думаете, что это за круглые объекты? Бочки вкапаны или что? Дорог к ним, как видите, нету. Так что они сами по себе. Так, ну а мы дальше. Странное здание. Вот так же. Сначала я подумал, может быть, это церковь местная, где молятся и танцует местное население. А может быть, вход в подземелье, в бункер. Сверху, если смотреть, то мы также не увидим толком ни дорог к этому помещению, ничего подобного. Где-то одиноко стоящее здание на берегу, у океана. Ага, срез берега, дал название пила. Посмотрите, как интересно все это выглядит. Какие зубчики равномерные. Метка под названием Vortex. А вот здесь хотел обратить ваше внимание на то, как реки разрушают прибережную зону. Смотрите, что остается после того, как здесь реки поработали. То есть водная эрозия. Сейчас, как видите, в данный момент реки эти пересохли. Ну, в далеком прошлом, скорее всего, или в сезон дождей, да, они умудряются уничтожать берег, прибережную зону. Вот посмотрите, сколько уже стекло в море. Такие огромные объемы стекают в океан. Так, ну а мы дальше вдоль берега. Ров странный обнаружил. Не знаю, здесь может быть какой-то гостиничный комплекс хотят создать. Дело в том, что вдоль этого рва уже понаставили вот таких вот домиков небольших. Вот так они выглядят, эти домики. Ров, скорее всего, на заднем плане. Может быть, скорее всего, его водой заполнят. Туристы будут кататься на лодочках. Вполне возможно. Но больше объяснения этому рву я не вижу. Так, дальше. Выброшенный корабль на берег. Еще один кораблик. Отчетливо видно, как по Google снимкам. И можно посмотреть по фотографиям.
Также хочу обратить ваше внимание, посмотрите, какой берег грязный. Не берег, а помойка. Вот столько железа можно найти вдоль этого берега. Так, давайте дальше немного продвинемся. Еще один кораблик. Но здесь уже фотографий нету. Так что довольствоваться будем только Google снимками. Ну, также отчетливо видно то, что и его выбросило на берег. Ржавеет. Никому не нужен. Берег, как видите, обрывистый. До него вообще очень трудно, скорее всего, добраться. Вот такая вот Африка. Интересная. Давайте еще одну метку посмотрим под названием гриб. Я думаю, заканчивать этот видеоролик будем. Вот здесь интересная гора. Вот так она выглядит. К ней, как видите, дорога ведет. Ступеньки. На самом верху построили здания уже современные. Только мне единственное непонятно, как на самый верх дорогу проложили. Может быть, внутри где-то какие-то ходы есть интересные. Да, хотел бы я в этом месте побывать, поисследовать эту гору. Интересно все-таки она выглядит. Такие вот у меня наблюдения на сегодня, дорогие друзья. А на этом я хочу этот видеоролик закончить. Надеюсь, он вам понравился и был полезен. А на этом все. Всем до новых встреч.